Главное – остаться счастливым. Неважно, в каком ты городе, в каком статусе, на какой должности, не застывай в потоке лжи и жестокости. Будь счастливым. Зачем тебе сложности? Не следуй чужим привычкам, субкультурам и провокациям. Будь смелым. Останься собой. Ни клоуном, ни реинкарнацией. Запиши в блокнот свои цели, расчерти алгоритм побед. Тебя тогда сломать не сумели. И сейчас у них шансов нет. Будь свободным и, пожалуйста, сильным. Не мешай и не отклоняйся от намеченного пути. Не страшно быть необычным, страшно прожить без мечты. Ужасно бояться быть с мнением и молчать, соглашаясь во всем. Стань энергичнее и стремлением не клей пеплом, только огнем. И еще сам придумай себе перспективы. Создай на досуге возможности и просто оставайся счастливым. Но подумай, зачем тебе сложности?